Нам кажется, что эта жизнь такая длинная, такая важная, такая ответственная. Она ответственная только с точки зрения подготовки к вечности. Вот там, каждый, когда умрет, его поселят с такими, какими, какой он. Вот я уже много раз рассказывал. И когда с женой ссоришься и думаешь, вот умру, вот я никогда ее не увижу больше. Нет, браток, тебя снит и поселят. Поэтому мириться надо с ней здесь. Вот если мы здесь в себе нароем такие вот качества, о которых вы говорите, этот свет, это солнце, эти взгляды, любовь, прощение, незлобивость, вот это, вот с такими нас и поселят.